данном случае на как при осмотре тары полностью закрытой, опять же, обнаружено отсутствие массы продукта без заливки, информация об этом. И остальная информация полностью присутствует. На нашей банке, которая закрыта, нам удалось немного стереть информацию о дате изготовления и изготовителе, заводе изготовителя. Вторая банка не поддалась. То есть тут не могу сказать, что это огрех изготовителя. То есть по маркировке и по таре продукция соответствует требованиям. Хотя при отсутствии массы нет, ГОСТ не требует для продукции, продаваемой не в развес, так скажем. То есть если бы эта продукция была в развес, то там требовалась бы масса продукта без жидкой части. По поводу после вскрытия мы обнаружили, что продукт упорядочно уложен, а разделка у него соответствует требованиям ГОСТа. Тушки, кильки целостные, срывов кожи не наблюдается, брюшки плотные, целые. Запах соответствует копченому продукту без включения постороннего запаха и привкуса. Так, по консистенции продукт мягкий. Хотя по вкусу продукт имеет горчинку, то соответствует требованию первого сорта, по ГОСТу, продукта первого сорта, и допускается. А сортность не указана на таре. Соответственно, это первому ГОСТу допуск горчинки имеется в ГОСТе. Продукт, можно сказать, соответствует требованиям ГОСТа. Не отвратительно.